Всем большой-большой привет, девчонки! Я получила очередной заказ из фирмы CL. У них новый красивый солнечный каталог на лето и очень-очень много скидок, подарков. Например, есть духи, которые стоимость такая же, как раньше, например, 1650, и плюс идет, например, вот такой мусс-гель для душа. Если, например, у меня брали нуажик 23, это Шанель, то к нему шел вот такой мусс. Это вообще замечательно. Один аромат, то есть такой. Но этот эпизод 17, он идет для нее, то есть это женский аромат. Его заказали первый раз, хотят попробовать, потому что это новинка. Также заказали вот такой аромат розовенький. Он называется... Сексуал Блум, это парфюмерная вода, переливы нектарина, дыхание пионов, то есть это такое очень красивое звучание на самом деле, и раскрывается он пионом. Начальные ноты идут бергамот, гибискус, нектарин, тоже такой красивый цитрусовый аромат. Итак, ну и я уже говорила, что подарочек шел для нуажика, вот такой мусс. Думаю, будут довольны. Также хотела обратить внимание на то, что в CL есть серия помад. Вот как они идут на иллюстрации, такие цветом они действительно приходят. Например, вот это антивозрастная помада Defense.
То есть она дает такой атласный эффект, и если, например, со временем губки становятся такие в морщинках, то здесь идет лечение для губ, и морщинки разглаживаются. Ну, приятно, что такая забота, да, и помада, цвет красивый на губах, и в том числе лечение идет. Значит, следующая помада — это Леди Каприз. Они идут помады такие, знаете, не яркие, очень-очень нежные, такие более прозрачные на губах и никогда не дают такого сочного эффекта. То есть любой тон, он в принципе подойдет любой женщине. Можно смело брать даже ярко-красную, она не будет так выделяться. Следующие помады, вот они уже идут, третья Фазиан, они такие смелые, насыщенные цвета и перламутровый эффект. Бриллианс, они такие самые дорогие, это серия помад, и такие объемные губы получаются, то есть она дает объем, эта помада. Ну и жидкая матовая помада, они очень-очень красивые, Бельвет. Единственное, они немного сушат, поэтому нужно сначала каким-нибудь бальзамом для губ, а затем этим Бельветом. Ну это все, что я хотела сегодня рассказать вам. Спасибо, что смотрите, приходите на мой канал, очень-очень приятно. Скоро придет посылочка из BIC, там очень-очень много всего интересного. Заказала в том числе себе для волос кое-что. Спасибо за просмотры, всем пока! Девчонки, сейчас посмотрела, неправильно вам сказала, вот этот гель мусс, он шел не к этим духам, а вот к этим. Просто, извините, каталог новый, поэтому немножечко перепутала. Вот эта акция. То есть, если вы покупаете один из этих ароматов за 1200 рублей, то вот этот мусс, гель для душа, идет вам в подарок. Так что обратите внимание на эту акцию, она действительно очень хорошая, интересная. И уж простите меня, пожалуйста. Ну а теперь все. Всем солнечного летнего настроения и пока-пока. О. Еще лучше, да? Обалденный. Это аромат любви. Это точно что-то вечернее. Это романтичное. Не увлекайся, хорошо. Я, кажется, влюбился в эту бумажку. Так, душимся, обливаемся.